Российский политик и общественный деятель Максим Шевченко посетил Гянджу. Журналист произвел осмотр разрушенных армянскими обстрелами жилых домов, в которых погибли мирные жители. Цитата Максима Шевченко. «После прекрасного Шекинского дворца приходится показывать развалины Гянджи, куда ударила армянская ракета. Здесь погибло 10 человек, всего в Гянже 26. Женщины и дети, а некоторые ослепли. И ни одного военного. Военных объектов здесь даже рядом нет. До аэропорта, по которому якобы били армяне, очень далеко. Это парк Победы, посвященный победе над фашизмом. Чистый акт терроризма». Также Максим Шевченко принес цветы в дань памяти погибших мирных жителей от обстрелов армянских вооруженных сил. А глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов рассказал Максиму Шевченко, что расположенный вдали от фронтовой зоны Гянджа – это второй по величине город Азербайджана, который неоднократно подвергался ракетному обстрелу со стороны Армении. В результате атак, произведенных в ночное время суток, всего погибли 26 жителей города, включая младенца, 5 детей, подростков и 10 женщин. Кроме того, более 120 человек получили ранения. Вследствие ударов в Гянже было повреждено более сотни домов, а 20 домов было разрушено полностью.